Как уже сообщалось, 13 сентября в районе 14 часов во дворе здания, где находились магазины и предприятия сферы услуг, начался пожар. С ветром огонь перекинулся на кровлю, охватив площадь порядка 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Идет подсчет ущерба имуществу, а также выясняются причины возгорания. На данный момент проводится проверка по факту пожара, произошедшего по улице Крылова, 31, направленная на установление причин пожара, установление размера нанесенного собственникам и арендаторам ущерба в результате пожара, а также проводятся мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством. В связи с проводимой проверкой необходимо пригласить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Анапа по адресу улица Астраханская, 74, очевидцев возникновения пожара, а также собственников и арендаторов помещений, находящихся в рассматриваемом торгово-офисном здании, для дачи доводов и объяснений по факту пожара с приложением подтверждающих документов, чеков, квитанций на поврежденное либо уничтоженное пожаром имущество.